здорова, дорогие друзья, на связи Касина Ючк, ребята, и сегодня мы снова с вами поиграем на проекте Black Russian. И как вы прекрасно понимаете по заднему фону, сегодня ролик будет посвящен казино. Что ж, ребята, мы с вами сыграем, в общем-то, во все доступные игры и посмотрим, сколько же можно денег получить, в общем-то, играя здесь. Хотя, если честно, ребята, многие, с кем я общаюсь, многие, с кем я играю, здесь только сливают бабки, поэтому сегодня мы будем с вами стараться сломать систему. Но прежде чем мы начнем, дружище, если ты еще никогда в жизни не играл на Black Rush, вообще не играл в мобильную GTA, русскую GTA тому же, то ты сделал большую ошибку. Поэтому исправляйся и приглашаю тебя поиграть вместе со мной. Ссылочка на проект есть в описании. Прям с телефона по ней тыкай. Скачается лаунчер, за тебя все установится. Тебе нужно будет только выбрать свой ник и залететь на сервер, получается, СПБ, он же Санкт-Петербург, и играть вместе со мной. А чтобы легче было развиться, то посмотри мои ролики по развитию, которые я снимал раньше. Также там есть ролик по промокодам, который новичкам поможет развиться. Ну а самое главное, ребята, что все промокоды работают со второго уровня, и у меня есть личный промокод хэштег Топкин. Вводи его обязательно, получишь кэш, поможешь мне развиться. Ну и, конечно же, дружище, вступай в мою семью Best Guys. Для этого, чтобы проще всего поиграть, нужно либо найти любого человека из моей семьи, чтобы он тебя принял, либо же залететь в телеграм-чатик, ссылочка на него есть в описании. Что ж, как вы прекрасно понимаете, в казике очень много людей постоянно регулярно сливают бабло. Я только что чуть-чуть поиграл, я поднял на самом деле денег, поднял около 100к, поэтому, ну, есть что потратить. Не знаю, получится ли сделать еще больше денег, но, тем не менее, погнали. Что ж, ребята, у нас здесь есть дурак, у нас здесь слева есть так называемое очко, ну и непосредственно, ребята, кости. Поэтому, если честно, я бы вот сделал из этого дурака рулетку, самую настоящую полноценную рулетку, это было бы круто. Я, кстати, на дураке еще ни разу не играл, но мы к этому сейчас подойдем, посмотрим. Если это реально рулетка, то будет круто, потому что на рулеточку играть я умею. Так, короче, ребят, на самом деле я, возможно, сейчас сделаю просто звук игры на минимум, потому что бегают, понятное дело, что всякие дебики с включенным микрофоном, с музыкой и прочей херней, короче, мешают другим игрокам, поэтому это нормальное явление. Нам нужно найти с вами место, давайте попробуем сыграть. Это так называемый блэкджек, либо же очко. Очко, то есть цель игры очень проста, нам нужно выбить с вами 21, в общем-то, балл непосредственно с карт, которые мы получим. Я смотрю, все столы заняты. Так, а можно мне, пожалуйста, хоть куда-нибудь здесь присоединиться к вам? Что-то слишком много людей, все играют, никто никого не пускает. Понимаю, не хотят они со мной играть. Короче, друзья, я убавил звук микрофона, потому что у соседнего стола какой-то школотрон стоит и просто ужасно пискляет в микрофон. Чтобы вы всю эту фигню не слышали, я, как говорится, о вас позабочусь. Музычка на фоне будет, поэтому все, как говорится, нормально. Будем с вами, ребята, играть дальше. В общем-то, я пока что победил. Правда, подняли мы не так уж и много денег, так вот тут стол вроде как должен быть нормальный, поэтому погнали сюда. Давайте я еще сделаю ставочку. Давайте мы сделаем ставочку побольше, пускай это будет 20 тысяч, так сказать, рискнем. Но, блин, ждать по минуте — это не круто. Так, туз сразу падает у крупье, что будет у меня? Дама 10 сразу у меня. Почему 10, когда туз 11? Максимально странно. Хотя дама должна быть меньше. Ну да ладно, еще 20. А это не я был, а где я-то? Стоп, стоп. А я последний, у меня 17. Так, у меня 17. То есть я могу взять еще максимум 4. Но что мне выпадет четверка, шансы небольшие. Поэтому, ребята, я говорю, что мне хватит. Больше я не верю, что у меня попадется. Поэтому, ну это Unreal. Я, скорее всего, сейчас проиграю. Все, хватит. Мы рискнем на то, что у крупье будет больше, чем 21. Так, все. Хватит. И открывается крупье. У него... Давай больше 21, пожалуйста. Я проиграл. У него ровно 21. Ах ты, четырюга. 20 тысяч как с куста улетели. Самое интересное, что все, ребята, мы проиграли. Что ж, друзья, очередной раунд. На этот раз я решил поставить 30 тысяч. Давайте посмотрим, получится у меня поднять денег или нет. Кстати, есть снизу менюшка. Давайте я вам расскажу. Если вы нажимаете клавишу удвоить, разумеется, вы удваиваете свою ставку и плюс берете карту. То есть имейте в виду, просто так удвоить не получится. То есть вы можете за просто перебрать, если вы, допустим, возьмете лишнюю карту. Ну и, разумеется, клавиша хватит, то есть вам больше брать не надо и взять, чтобы вам дали дополнительную карту. Все очень просто. Элементарная игра, но, как говорится, здесь, мне кажется, были потрачены миллионы, если не миллиарды. Так, окей, ребята, окей, 3 секунды остается, сейчас будем открываться, нужно выиграть. На самом деле, я до этого несколько раундов выиграл и проиграл тоже, поэтому ничего хорошего нету. Четверочка у меня, посмотрим, какая будет вторая карта, от нее очень многое зависит, 14. Я думаю, что я возьму еще одну карту. Ставочку поднимать не буду. Так, 20 тысяч, или сколько он там удвоил, я не знаю. Блин, давайте я рискну, я тоже удвою.
Блин, и перебор, гребаная дама. Вот об этом я, ребята, и говорю. То есть это настолько рандомно, что просто мама не горюй. Абсолютно не рекомендую вам играть, ребята, в очко, он же блэкджек, потому что толку нету. Проще сливать бабки вот здесь. Поэтому погнали к ближайшему столу. А сколько ставочка? 380 тысяч? А давайте. Она уже запущена, я не успел. А три выбил Кенни, и второй, я так понимаю, победил, да? Так, а мне надо, знаете, что сделать? Мне нужно сделать вот так вот. Я включу сейчас чат, чтобы мы с вами непосредственно видели, сколько очков вылетает. Хотя там очень много всякой ерунды. Так, сто... что... миллион? Миллион. Миллион, ребята. Играю на миллион, да хрен с ним бы был. Ребята, миллион, миллион на кону. Просто как слить бабки в казино, смотрите. А, это будет единственная моя такая ставка бешеная, потому что, ну, смысла в этом особо большого не было. 3, 2, 1 и... у него 9... и он побеждает. Повезло. Повезло, братишки. Ну что ж, я вас с этой ставочкой поздравляю. Это прям неплохо. 880к ставить, типа на последние деньги, что ли? Так, ребята, наконец-то я нашел стол с полной посадкой. Если получится, я сделаю сейчас ставочку. Игра вроде как у них не началась. А нет, началась. Я успел сделать ставку? Я единственный, кто не смог сделать ставку, потому что мне ее не дали сделать. Понимаю. Так, ладно, ребят, надеюсь, что народ никуда не убежит. Вот здесь шансов выиграть на самом деле больше. Давайте посмотрим. Так, у одного 5. И, в принципе, видать, он победил. Я не знаю, как это было. Чат, ребята, я скрыл, там очень много спама, поэтому без чатика проще поиграть. Но мы в любом случае узнаем, выиграли мы или нет, потому деньги нам придут или, как говорится, деньги у нас уйдут. Давайте я буду играть. 80 тысяч, ребята, хорошие ставки. 4 человека играет. Ну и плюс комиссионные еще для непосредственно самого крупье. Что ж, лям мы с вами проиграли. Да, печально, такое бывает, многие здесь сливают. Поэтому такие ставки, ну, я тоже не особо котирую, потому что там 50-50. Так, у меня что по итогу будет? И я, видать, проиграл, если у меня ничего не было. Так, давайте посмотрим. Так, кто там победил-то? Кто победил? Тёмка победил. Окей, сколько будет следующая ставка? Давайте смотреть. Они там, блин, постоянно просят чай, 250 тысяч. 250 тысяч, давайте играть, я согласен. Я согласен, может кто-то сыграет со мной вместе, поэтому окей, играет со мной опять-таки Тёмка. Ну что ж, посмотрим, он, в принципе, поднял бабла, ему терять особо нечего, ставочка 1 на 1. Я уже не выиграл 2-3 раунда, поэтому поднять как минимум должен. Тёмка там вин-вин-вин кричит. И у него 9 очков, у меня 3. Действительно, он выиграл. Да что такое? Смотри, как везет. Как везет Тёмке, смотрите. Неплохо, неплохо. 400к поднял. Так, давайте играть, короче, по полной. Если мы будем с вами сливать деньги, то сливать будем полностью. Я согласен. Я делаю ставочку на 400 тысяч. Играем дальше. Не может постоянно Тёмке вести. Но не может просто ему вести. Либо он шулер-муллер, либо не понимает, что происходит. Так, давайте. Опять он там, что он там, вин-вин-вин опять кричит. Я выиграл 752 тысячи, окей, я в плюсе. Но нельзя постоянно выигрывать. 752 выиграл ставку. Слышь, крупье, 48 тысяч где? Когда 48 тысяч, слышь? Пошел ты с чай тебе, такие ставки. Охренеть, а что столько забирает Казик-то? Казик слишком много забрал. Так, играем дальше, 200 тысяч. Давайте, играем дальше. Просто смотрим, что будет. Я, типа, не вижу чат. Чат у меня отключен, поэтому все нормально. Так, окей. Так, 3 ставочки по 200. Я сейчас, скорее всего, проиграю. Если выиграю, то мне нужно будет воздержаться от нескольких игр, потому что подряд, ребята, выигрывается очень сложно. Это казино. Здесь постоянно не везет. Тёмка опять выиграл. Смотрите, слушай, а Тёмка вообще счастливчик. То есть он 3 раза подряд поднял. Вот об этом я и говорю. А так, окей. Играем дальше. Тёмка, если будет ставить, 300 ставит. Окей, давайте. Я в игре. Давайте по 300 вместе с Тёмкой опять 1 на 1. Хорошо. Давайте посмотрим, что из этого получится. То есть, как бы, цены, ребята, приличные. Вы сами все видите, летает все неплохо, но... что будет, если вин дамчает? Короче, Тёмка так пишет, как будто это зависит от крупье. От крупье вообще ни хрена не зависит. Здесь должен быть полный рандом, но я очень сильно надеюсь. Так. Давай, родимая. И опять Тёмка выиграл. Да ты пошел в сраку, Тёмка, ты какой-то читер. Ты чё такой этот, везучий? Ты чё такой везучий, Тёмка? Миллион и поставил Сева. Или Сева, не знаю, Сева, миллион. То есть могу выиграть, как минимум вернуть свои бабки, могу проиграть все. Давайте рискнем. Еще раз миллион, ребята. Просто миллион на кону.
Так, Сева здесь, остальные убежали. Ну и, в общем-то, сейчас начнется игра, она уже пошла. Ребята, миллион! Еще один миллион, если проиграю, больше, ребята, здесь кутить не будем. Мы можем с вами просто все проиграть, и, скорее всего, так и будет. Смотрите. Где моя везуха? Блин, Сева. Пришел Сева и сразу победил. Понимаю. Короче, здесь ловить, ребята, мне нечего. А по поводу дурака, здесь даже никто не играет. Видать, это обычный стандартный дурак. Времени занимает много, а толку от этого, ребята, нету. Ну, раз пошла такая пьянка, играем дальше. Играем дальше, ребята. Так, да как Тёмка выигрывает? Ребят, посмотрите, опять выиграл Тёмка Хорошев. Вот ты, блин, вообще везучий сукин сын, как говорится. Как это так? Вообще, как ему везет? Я не понимаю, в чем тактика? Так, ну ладно, давайте посмотрим. Тёмка вроде здесь сидит. Нет, смотрите, Тёмка тоже первый ставит. То есть вообще без проблем. Сразу залетает, сразу ставит, как бы. Мне кажется, что ему просто нереально везет. Может, какие-то, конечно, приколы еще есть свои. Но, если честно, этих приколов я пока не замечаю. Тем более, он ставки, видите, большие, маленькие. То есть, как бы, ставки все равно большие. И опять он побеждает. Как он это делает? Он просто фартажопый, я не понимаю. Ну, опять лям, если только поставить. Я готов, ребята, слить последние деньги. Хоть может часть отыграть. Но, на самом деле, лучше уходить. Когда не везет, тогда не везет. Это нормальное явление. Есть какая-то, видать, тактика. Да, есть какая-то тактика небольшая. И, скорее всего, чувак ей придерживается. Поэтому, как бы, ничего такого основного. Так, играем дальше, ребята. Я предложил лям поставить второй стол. Может быть, следующая катка будет лям. Давайте посмотрим, что из этого получится. Ну, чисто, как говорится, проигрывать, так проигрывать все. Это же казино. Вин, чай, не чай. Да, все обещают чай, кто-то может дает чай. Но это так не работает. Томас Андерсон выиграл. Ну, хотя бы не Тёмка, потому что это подозрительно. Так, лям будут ставить? Давайте посмотрим. Будет лям или не будет. Четвертый стол, он 100 тысяч, уже, в принципе, неплохо. Блин, я не знаю, кто такой Тёмка, но он везучий все равно. Очень сильно везучий чувак. 300 тысяч. Давайте, ребят, сыграем. Последняя ставочка на сегодня. Если выиграю, хорошо. Если нет, то нет. Вне кадра потом все бабки солью. Потому что, ну а что еще терять? Терять больше смысла, как говорится. Ну, есть смысл, есть что терять, но как бы такое. Так, ну, в принципе, ребята, у нас только две ставочки, кто-то не успел. Ну, я не знаю реально, как так везет, что постоянно выигрывает. У меня пока две... Ну, смотри, у него постоянно летят победы. Просто как... Я не знаю, что он делает, это подозрительно странно. Либо чуваку сегодня просто нереально везет, либо, короче, крупье как-то подкрутить может, либо что. Но, скорее всего, ребята, это рандом, и мне просто не везет. Поэтому вот такая вот серия, ребята. Просто слили бабки, очень много бабок. У меня 1 400 000 осталось, было 4. 3 миллиона как с куста. Вот такие вот приколы, ребята. Играйте вместе со мной, всем спасибо за просмотр и пока-пока.